Всем привет! Мы сейчас находимся на данный момент на базе. Надо сходить так посмотреть, что у нас в инвентаре есть. Бинты есть. В принципе, пока ничего нет, поэтому я хотел побежать этим купить что-нибудь у них, у продавцов, но поскольку нет ничего, да и денег он всего 23 евро, я так предполагаю, поэтому идем на последнюю точку, где мы сохранялись. Это подземелье было. Вот. Мы в подземелье. Надо найти вход в метро. Так, здесь, наверное, дробаш. Здесь, наверное, на близкой дистанции будем работать, да? Поэтому нужен будет дробаш. Что-нибудь есть здесь, кстати? Здесь ничего нет интересного. Ладно. Да, что теперь? Ай-яй-яй! Успел. Так они какие быстрые. Блин, он долго перезаряжается. Я не думал, что он так долго будет перезаряжаться. Так, кто-то идет. Эх ты, нифига там. Охереть, какие они быстрые мутанты-то эти. О, ящик секретный, что-то там добро какое-то будет. О-о-о. Нам надо с той стороны проходить. Дробаш я перезарядил. Так, а здесь что у нас? Здесь какие-то штучки. Это что такое? Оба-на. Я что-то сделал нехорошее, да? Это кто? Тень какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрее. Все, нихера тут налетело, блин. Охренеть. Просто охренеть. У меня осталось то, что я насобирал тут. Блин, ну это капец, конечно. Блин, так курками только и отбегать от них. Там я был, там уже нет ничего. Вот, нет никого. Ящик с добром. Все подобрал быстренько. Здесь что-то лежит железо. Так, где вы? Ага, вон они.
Бах, он вообще взрывается, блин. Камикадзе. Так, сейчас я опять, у меня начнется, я вот это сейчас разбомблю. Прям не хочу разбомбить эту штучку. А нам, походу, надо... Нет, это я оттуда пришел. Нам надо вон туда. Я так предполагаю, по карте, если следовать. Надо, значит, будет обойти. Блин, не хочу эту штуку разбамбливать. Сейчас она опять оживет. Так, надо вот это сначала подобрать. Вот где-то они... А, вон они. Бегут, бегут. Во-во-во, давай, давай. Ех ты, зараза. Ё-моё! Да она бронирована, это вот эту штуку надо разбомбить. И как его валить? Беги! Беги, дружище, беги! Да вообще капец, как от него, блин, это охереть. Я просто не представляю. Ребят, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как его завалить. Но... Просто нереально, блин. Или бежать просто от него, что ли? Камикадзе сейчас взорвется. Ага. Ух ты! Выпало из него. Здесь что-то лежит, я не взял. Взорвался. Блин, не люблю этих быстрых. Охренеть, справился. Так, надо подлечиться. Здоровье пополнить. Что у нас есть? Бинты. Бинты можно использовать. Сейчас опять этот, блин, чудак появится. Да ведь? Или он где сзади? Нет, нет, тут чисто пока. Смотри-ка, нету. Бегут, бегут где-то вот прям. Блин, а факел он пугал меня. А, бежим.
Чё, давай еще кто-нибудь. Прям бегут, взрывник! Ай-яй-яй-яй-яй. Бинты. Надо использовать бинты. Нет, я использовал другой, не бинты. Я боюсь, так сзади сейчас прибегут, блин. Охренеть, ты кто такой? Да входи, ты что делаешь, эй? Ай-яй-яй-яй, ни хрена себе. Не, ну это нереально как сложно, капец. Ты еще тут бегаешь. Ни хрена себе, сколько вообще. Все, патроны кончились, понял, мы переходим на дробаш. Кто кого? Бежим. Нет, у нас не получится. Охренеть, у меня бесконечный пульс. Отходи. Ой, настырный, а? Прям. Есть. Охренеть, о, завалил его. Справился. Как бинты-то использовать, чуваки? При заражении случайный приступ кашля будет прерывать ваши действия. Эти кончились, а это что такое? Они автоматически, что ли? Я не пойму. Старики говорят, что раньше в больницах было полно лекарств тех, кто знает, что с ними делать. Теперь же найти лекарства в радиусе сотни миль — большая удача. А уж живого и тем более. Они, походу, автоматически. Останавливает кровотечение. Так, у меня и пуль не осталось. А, вон, пистолеты появились. Так, таланты можно прокачать. Бодрость, стойкость, воин, работа в команде. Так, выносливость. Бонус к урону в ближнем бою. Бонус к урону в ближнем бою. Давай вот это прокачаем. Все вроде. Пока нет очков, 0 очков. Ладно, идем дальше. Блин, показалось, там кто-то есть. Не, ну это сложные, блин, вообще. Тяжело будет проходить, сразу говорю. Тяжело. Ладно, идем. Опять вниз спускаемся. Оберег снайпера. Кто-то идет. Бежит, бежит.
Так, оберег снайпер повышает скорость стрельбы на 10% скорость перезарядки. О, круто. Это хорошо, нам надо как раз. Там нет никого. Блин, я так боюсь. Сейчас сзади кто-нибудь зайдет, неожиданно так. Здоровья, блин, еще нет. Блин, опять эта хрень. Отлично, я задачу выполнил. Че, можно возвращаться, типа? Опять эта хрень. Бежим нахер от нее. Слушай, я не знаю, как ее бить. Я ухожу. Фига там сколько этих бежит. Йо, бежим, бежим! Мне повезло, она промахнулась. Уходим, уходим. Бежим. Я ее никак не одолею. Возвращаемся. Ёп, быстрее. Ни хрена. Куда? Я тупик. Тупике, блин. Да прям он бежит. Ты посмотри, что делает, а? Блин, надо его как-то валить, этого гада. Все, мне капец. Блин, нихера себе, он еще и перелазит. Бинты, кстати, использовал кровотечение просто. Во, надо, короче, чтобы он побежал за тобой. Я понял, все, как его валить. Я понял, как его валить. Теперь сейчас он побежит за мной, и я от него. Блин, мне здоровье на один удар прям мигает. Так, сейчас. О, бежит. Бежит. Бля, на двух прыжках. Охренеть, ну прям рядом. Зараза. Попробуем еще разок его завалить. Сейчас патроны вроде все есть. Я понял, как его валить надо, этого чувачка демона, блин, с мечами. Камикадзе.
Чё за гниль вон у меня по центру показывается? Я что-то не понимаю. Оба. Так, где-то еще. Зря я это сделал, да. Ага, в эту тучу еще зашел, блин. Так, он где-то здесь. Что-то выпало, нет? Так, мне надо теперь прятаться от него как-то. Прыжками не убегать, а отпрыгивать. Давай, 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 иди сюда. Вот он я. Блин, застрял, застрял. Быстрее, ё-моё. Фу. Нихера, типа, блин, убегаем, быстрее бежим. Не про канал. Надо опять туда же бежать. Так, практически, только и я практически уже быстрее здоровье надо восстановить. Быстрей! Он найдет. Все. Ну, давай, бей меня. Есть. Нелегко бы. Завалил его, охренеть. А у меня и здоровье прям. Обалдеть. Так, здесь все подобрали. Нихера вас там сколько? Быстрее, 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 беги, дружище, беги, спасайся. Быстрее. Блин, охренеть, да это нереально тут одному, реально, нереально вообще пройти. Ничего, я этого завалил, уже проще будет сейчас, прям бежим. Потом вернемся на базу. О, вонючка. Самое главное не заходить в этот вон, который он делает. Все, отдыхаем. В эту вонь не заходить. Ее надо бы обойти. Кто-то бежит сзади.
отдыхайте все. Завалил. Так, сейчас самое главное приключение здесь начнется. Там столько народу, блин. Уже бегут прям все. Вон он. Это он самое главное завалит. Ёптель, она жива, что ли? А это еще кто такой? Опять еще один, блин. Охренеть, блин, да он жив. Все, возвращаемся на базу, блин, охренеть. А я же его завалил, их там сколько, блин? Блок 13, возвращаемся. Найти вход в метро. Я его так и не нашел, блин. Ну, ладно, сейчас будем дальше искать. Сейчас посмотрим, чем что могу у вас. Помочь сегодня? Давай глянем. Вот этот купить. А, подожди. Сейчас я посмотрим, может, что-нибудь. Как дела? До встречи. Здесь ничего не... Надо с оружием посмотреть. Сейчас в другую сбегаю. Туда вот, к этим, к ребятам. Может, что-нибудь улучшение или еще что-нибудь? Да? Что? Надеюсь, оно того стоит. Аура воспаления. Создает целительный источник, который восполняет 10 единиц здоровья. Секунду в течение 10 секунд. Аура. Ну давай купим. Ага, иди уже. Открыв рюкзак, вы можете установить модификаторы на различные стрелковые оружия. Чтобы установить модификатор, выберите подходящее стрелковое оружие и нажмите X. Отлично. Так, а здесь что у меня? Огненный выстрел. Иди уже. Так. Кто это? Мне туда надо зайти, к ней, что ли, показывает? Эй, бродяга. А, давай поглядим. Давай, давай, что у тебя есть интересного? Давай-ка улучшим. Пистолет, блин. Отлично, мы его улучшили. Береги себя. Так, теперь вот можно купить лекарств каких-нибудь. Здравствуй. Чем могу помочь? Давай глянем. Жидкий хладагент. Давай вот эту вот хотя бы одну купим. Береги себя. Настойка из красного щавеля. Здесь я был.
трудом верю, что все наладится. Понятно, мне надо так и искать путь. Вход в метро. Сейчас попробуем дальше пробиться.